Удачи, счастливой поездки. С тебя два. Давай. Дорогие друзья, сегодня проект Умра Хадж дарит 200-ю путевку на Малый Хадж Умра, которую поддержал Абдурашид Садулаев. И мы сегодня ее вручаем Мутаалиму, который абсолютно об этом ничего не знает. Мы как раз таки сейчас пойдем его встречать. Даниэл. Как дела? Тебя вызвали? Куда? А что, сказали о чем? Для чего? Зачем? Не сказали, что ты сюда с учебой. С учебой? Ты где учишься? На ДСЕ Абдахмаджалеса. В Асабе, да? Шамильского района. Что-то твои учителя жалуются, что ты плохо учишься. Нет, наверное. Есть такое? Нет. Учебы на жалобу нет? Нет. А сам с какого района? Откуда? Казахская, от села Харахи. Да. Машаллах. Здесь у нас сегодня для тебя такой приятный, может быть, сюрприз. Ты знаком же с Абдурашидом Садулаевым даже? Конечно. И зря сегодня он сюда пришел. Он как раз таки скажет тебе. На самом деле, нам сказали, что ты очень хорошо учишься. Поэтому мы хотим тебе такой маленький сюрприз сделать. Сам открой. Посмотри. Почитай. Что, ты умеешь ли? Да. Дрожащими руками Мухаммад Расул. А. Сертификат на поездку Умра. Проект Умра Хадж при поддержке Абдурашида Садулаева дарит 200-ю путевку на поездку Умра. Спасибо большое. За приличное отношение к учебе, за прекрасное отношение к изучению исламских знаний. Сегодня Мухаммад Расул, эти эмоции. Конечно, я рад. Это же... К тому же, не знаю, что сказать. Кто может быть таким радостным, как я сегодня? Маша, мы от всей души разделяем твою радость сегодня и желаем, чтобы Всевышний принял твой умра, чтобы Всевышний дал полезные знания для себя, которые будут приносить пользу всему нашему обществу, всей нашей умме. Абдурашиду Садулаеву мы тоже благодарим за то, что он поддержал. Конечно, я удачи проекту Умра Хадж, и, конечно, я обращаю до высоких, добиться высоких целей, и, конечно, я главное для удовольствия Всевышнего, и быть с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, джаннат аль-фирдаус. Ну что, тебе удачи, счастливой поездки. С тебя дуа. Давай. Молодец. Также продолжай в том же духе. Чуть хорошо.